Радиатор фирмы Spectra Premium CU2458. Это Канада. А, вот они, фитинги новые идут. Они не вкручены. Сейчас перекручу их. Пломба стоит. Вот они, крючки, в которые вставляется радиатор кондиционера. Ну все, внешний такой. Идем устанавливаем. Собрался устанавливать. Фитинги не закрутил. Доздал фитинги. И вот такая вот идет. Это для трубок. Одевать их и снимать их для удобства. Фитинги с герметиком. Теперь можно идти. Подушки я снял, я их потом снизу поставлю. Все, сейчас дело за малым. Снизу патрубок завести опять за диффузор. И диффузор у нас в пазы сел. А теперь вставляем подушки.
Так, ну. Сверху тебе радиатор кондиционера поставлю на место. Все, радиатор я в пазы внизу одел. Берем, наживляем болты крепления радиатора кондиционера к радиатору и болты крепления диффузора к радиатору. Так как внизу я уже установил, диффузор, там штифты в радиатор, они у нас встали, поэтому сверху мы это крепление можем уже закрутить. Также одеваю на место патрубок. Так, болты я закрутил, одеваю шланг расширительного бачка и теперь устанавливаю замок капота на место. Он же у нас является верхней подушкой радиатора. Наживил болтик, коротенький трещоточный ключик, хорошо подходит. И одену эту клипсу, которую нашел, сразу на место. Я думаю, что она здесь стояла. Все. Устанавливаем планочку на место. Со втулками. И затягиваем. Ну а теперь поднимаю, креплю снизу. Защелкнул.
защелкнул обе трубочки и закрываю. Пыльничками одеваю на место патрубок. Все, патрубок у нас на месте. Ну и устанавливаем защиту нижнего радиатора. Здесь у нас диффузор на месте. Это на месте. Затягиваю ее, опускаю автомобиль и меняем термостат. Откручу кронштейн, чтобы добраться до генератора. Термостат у нас за генератором стоит. Головка на 15. Здесь клипс на шахте проводки. Снимаем ее. И вот болты крепления генератора, два сверху и, по-моему, один снизу. Но перед этим сниму ремень. А ремень сниму просто. Натягиваю его, сам ремень. Фиксирую ролик монтажкой. Ролик. Вот он ролик. Все, таким образом скинул и откручиваю генератор. Болты на генераторе также на 15.
Да, на генераторе три болта. Два сверху, один снизу. Снизу, вон видно, шляпка упирается в шланг кондиционера. Очень неудобно его откручивать. Ну вот, открутил. Отодвинул вперед генератор. И вон наш термостат видно. Я посмотрю. Наверное, сниму генератор полностью. Хотя нет, не буду снимать. Не мешает он нормально подлезть. На 10 откручивает термостат. Плюсовой провод на генераторе закрыт, поэтому коротнуть я его не коротну. Так, один болт открутил. Второй болт тоже открутил. Также этот болт можно открутить. Я его уже потом буду закручивать через колесо. Вон. Если посмотреть. Вот так вот. Это термостат. И нижний, и верхний болт отсюда видно нормально. Со стороны левого колеса буду прикручивать их оба. Сдергиваю термостат. Беру новый термостат. Новый термостат фирмы Dorman, номер 902820. Новое колечко в комплекте. Там термостат. Это еще оригинальный стоял ЖМовский, родной. Ну, идентично натуральному. Также клапан стоит. Чтобы колечко у меня не упало, я его сейчас на три точки на герметик посажу. Все, намазал я лактайтом под резинку. Здесь я метку сделал на патрубке и на термостате. Перенес ее сюда. Я сейчас одену хомут, зажму, а потом уже прикручу сам термостат. У меня патрубок будет стоять нормально.
отдел, одеваю на место термостат. Наживляю болтик верхний. Все, верхний я болт наживил, наживляю нижний. Термостат прикрутил, как вот метил по метке. Ну и теперь можно устанавливать на место генератор. Все, кронштейн прикрутил, генератор затянул. Теперь устанавливаю ремень. Нажимаю на натяжной ролик.
Все, ремешок я одел. По всем ручейкам лежит ровно. Здесь есть вот отверстие под битую ешку, чтобы не монтажкой давить, как я давил. Но я давил из-за того, что здесь оно разбито, провернуто. Все. Так что монтажкой тоже можно установить. Устанавливаю на место планку крепления аккумулятора. Затягивай. Планку закрутил. Устанавливаю на место решетку. И ставим на место крышечки на омыватель. И со второй стороны заливаю антифриз. Антифриз красной фирмы Синтек G12. Все, залил полный, ушло где-то получается около 8 литров с двух канистр. Сейчас заведу. И попробуем. Снизу ничего не течет, шум подшипника кондиционера, так до него никак человек добраться не может. Прогревается, смотрим, доливаем. И на этом все. Замену радиатора и термостата я закончил. Всего вам доброго.